Царю Небесный, Утешитель души истинной, Живездец и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись, и очисти на всякие скверны, и спаси блажи души наши. Слава Вышний Богу, и на земле мир человеца благоволение. Слава Вышний Богу, и на земле мир человеца благоволение. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков, да исправит Господь стопы ваши, да помянет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Помолимся. Господи, помилуй. Жестокий, спаси, помилуй, сохрани нас. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Спасение свое пред языки откры правду свою.
помолимся. Свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, спаси благочестивые. Небесе Боже и вишь, и посети виноград сей, и утверди и его же насади, десница твоя. Спасибо.
смотри на смирение рабы свои, чтобы отныне ублажат меня все. Апостола Павла чтение. Он мемом. Братья, без всякого прекрасловия, меньше и от большего благовествования является, и где уба десятины человеца умирающие приемлют, там уже свидетельствуем мы, яко жив есть. И досицы реку Аврамов и Леви, приемля и десятины, десятины дал есть, ежебо в чреслях отчи их бяше, егда средь его Мельхиседек, аще уво совершенством левитским священством было, люди его на нем в законе быша, каяще потребом, по чину Мельхиседекову иному восстать и священнику, а не по чину Ааронову глаголотися, прилагаему уба священству, по нужде и закону применение бывает, о нем же бом глаголются сия, колену иному причастися, от него же никто же приступи к алтарю. Яве бо яко от колена Иудова воссияй Господь наш, по нем же колене Моисею о священстве ничесо же глагола, и лише еще яви есть яко по подобию, Мельхиседекову восстанет священник ин, и же не по закону заповеди плотские бысть, но по силе живота не разумеша, много свидетельствует Бог, яко ты си священник вовек по чину Мельхиседекову. Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаголу Твоему с миром. Аллилуйя, аллилуйя. Свет в откровении от зиков и славу людей Твоих, Израиля. Святейший владыком, благовестителем, святого апостола и евангелиста Луки. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Луки дадаст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего,
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости услышим святаго Евангелия. Мир всем. И духа от Луки. Святаго Евангелия, чтение. Слава Он во время оно вознесоста родителя от рача Иисусова и Иерусалим, поставите его пред Господем, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу разверзая ложесна, свято Господи винаречется. И еже дати жертву пореченному в законе Господне, два горлитища или два птенца голубина, и себе человек во Иерусалиме, ему же имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чая утехи Израилевы, и дух бесвят в нем. И бей ему обещанно Духом Святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня. И прииди Духом в церковь, и егда видоста родителя от рача Иисуса, сотворите имма по обычаю законному о нем, и той прием его на руку своею, и благослови Бога, и рече, ныне отпущаешь и раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видесте очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языком и славу людей твоих Израиля. И бей Иосиф и мать его, чудящийся о глаголем их о нем. И благослови я Симеон и рече к Марии, матери его, се лежит сей на падение и на восстание многим во Израиле, и в знамение пререкаемом. И тебе же самой душу пройдет оружие, яко убода открыются от мног сердец помышления. Ибе Анна пророчица дщи Фануилева от колена Ассирова, сия замотаревши во днях многих, живши с мужем 7 лет от детства своего, и та вдова яко лет 84, я же не отхождаше от церкви, постом и молитвою служащий день и ночь. И та в той час приставшем, исповедавшийся Господи вим, и глаголаше о нем всем чающим избавление во Иерусалиме, и яко скончашеся вся по закону Господню, возвратишеся в Галилею во град свой Назарет, от рача же растяше и крепляшеся духом,
исполняяся премудрости, и благодать Божия патриархе Кирилле и о пресвященничьих епископе и о всем Христе Патри нашей. Еще молимся, Богохраним и стране нашей властях и воинстве, а на тихое и безмолвное житие поберем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, священниц и священном Анасе и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святого храма сего, и прежде почивших, отцах и братья и все лежащих, и повсюду православных. Еще молимся о том, строителях, благоупросителях и жертвователях святого храма сего. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, ежемилостивно пощадите нас от губительного поветрия, недвижимого, и избавите верные люди Твоя от смерти душевной и телесной, недугающим исцеление и здравия подати, а же всем Твое божественное граждение и заступление молимся. Милосердие, Господи, скоро услыши милостивно помилуй. Молимся, еже умерите смятение человека и страхование всяческое упованием твердым, оградите верных своих, мир же и тишину усилите в сердца наша. Молимся, Господи, услыши и помилуй. Молимся, плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих Тебя. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на недвижимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплою верою, сокрушением сердечным, к Тебе, милосердному и благоприменительному Богу нашему, припадающих, и на милость Твою уповающих,
Твое бы есть, еже миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Премудрость! Якода под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси,
Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священно архимандрита, да поминет Господь Бог во Царствие Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царствие Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, пророчествует монаха Платона, благоговейнейшего дьякона во пресвитера. Помолимся уба о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа. Боже, безначальный и бесконечный, всякого здания, старейший сын, нарицанием пресвитера почествовал и во степени сям, удостоившийся священно действовать и слово Твое истины, сам владыка всех и сего, и Боже, благоволилось и пророчествовать, и от меня в непорочном жительстве неклонной вере, благоволи подъять великую силу благодать святаго Твоего Духа, и совершенно покажи раба Твоего во всех, благоугождающий Тебе и достойно жительствующая, даровавшиеся ему от Твоя признательные силы, великие сия священнические чести, яко Твоя держава и Твое царство и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно.
пречистый во веки веков. Аминь. Боже великий в силе и неисследный в разуме, дивный в совете паче сынов человеческих. Сам Господи сего и гоже благоволил еси на пресвитерский возойти степень. Исполни святаго Твоего духа дара, да будет достоин предстоять и непорочно жертвеннику Твоему, действовать Евангелие Царствия Твоего, священно действуйте слово истины Твоя, приносите Тебе дары и жертвы духовные, возновляйте люд Твой, чьи скупель паки рождения, яко Исей встретим по второму пришествии великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, единородного Твоего Сына, приимем взду благаго икономства своего чина во множестве благости Твоя, яко благословися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аксиос. 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 Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Христос посреди нас. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Всеми невидимым, и во имя Господа Иисуса Христа.
тебе, света у света Бога и сила у Бога и сила, рожденно, несотворенно, едино сущно Отцу им же вся быша, нас ради человеки наши, ради спасения шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, его человечность, распятого же за мы при Пантисе Велате, и страдавшая погребенно и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего ресною Отца, и паки грядущего со славы, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Ибо Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняем и славим глаголавшего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом умным, святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Господи, праведно терпите, тем благословите, тем благодарите. Тебе поклоняйтесь на всякое место, владычество, где вы и отпадшие восстанете паки, и не отступил, если вся творя. Донди же нас на небо возвел, и сей царство Твое даровал, и сей Божие. А сей всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, о всех их же вемых, и венных, и явленных, и неявленных, благодеяния бывших на нас. Благодарим Тебя, слуги, и сей же от рук ваших предков изволилось, аще предстоят. Победную песнь поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая. Сими и мы блаженными силами, владыка человека, любчего пьем и глаголем. Свят еси и пресвят, ты единородный твой Сын и Дух твой святый. Свят еси и пресвят, и великолепна слава твоя. И же мир твой так разлюбил еси, яко же Сына твоего единородного дать, и до всех веруя в него не погибнет, но им от живот вечный. И же пришед, и вся я жена смотрела и исполнит, в ночь ниже предаяшися, паче же сам себе предаяши за мирский живот, прием хлеб во святые свои пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, даде святым своим учеником и апостолам рек.
едите, сие есть тело мое, еже за выломимое, во оставление грехов. Подобные чаши. Пейте от нея все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Упоминающего спасительную заповедь. И вся я же нас выше, крест, гроб, недневное воскресенье, на небеса восхождение, десную сиденье, второе славное паки пришествия. Твоя, о Твои, Тебе приносящие, о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Еще приносите словесную сию и бескровную службу. И просим, и молим, и милися деем. Не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благиня отыми от нас, но обнови нас, молящийся. Сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Царствие Своим всегда, ныне присно и во веки веков. Яко же быть и причащающимся трезвение души, восставление грехов, приобщение Святаго Твоего Духа, в исполнении Царствия Небесного, где ознавение же к Тебе не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную сию службу, и же в вере почивших праотцах, отцах, патриарцах, пророцах, апостолях, проповедницах. Прими залог сей и сохрани его цел и невредим, даже до последнего твоего издыхания. О нем же и мыши истязан быте во второе страшное пришествие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Изрядно, о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней владычице нашей Богородице, и присно Деве Марии. О святе Маяне, пророце, предтече Крестителя, о святых славных и всех хвальных апостолах, о святых же память, совершаемая всех святых своих благомолителей, посети нас, Божий, и помни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной. Помни, Господи, святейшие преснопамятные патриархи Сергия, Алексея, Кирилла, Алексея, преснопамятных рабов Твоих, митрополита Никодима, протоиерея Михаила, Раису, Иерея Василия, Параскеву, Владимира, Татьяну, Григория, Алексея, Милане, Анна, Василякова, Мария, Николая, Елены, протоиерея Николая и всех земным нами поминаемых. И упокой их, и те, что пресвящает свет лица Твоего. И еще молим Тебя, помни, Господи, всякое епископство православных, право правящих слова Твоей истины, всякое пресвитерство во Христе, дьяконство и всякие священничества. Еще приносим Тебе словесную всю службу о вселении, о святей соборной апостольской церкви, и же в чистоте и чистом житействе пребывающих, о благохранении стране нашей области и любой истине. Дашь нам, Господи, мирное правление, для них тяжелее, тихо и безмолвное житие.
всяком благочестии и чистоте. Патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истины. Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священно архимандрита, Его же даруй святым Твоим церквам в мире целы, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща, Слово Твое я истины. Святительство Твое. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священно-архимандрита, приносящего святые дары сиям. Господи вим, Богу нашему. О преосвященных митрополитях, архиепископах и епископах, о всем священническом и иночистом чине, о богохранимей стране нашей областях и воинстве ея, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи с отчанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о слабе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о их же киждо в помышлении и мать, и о всех, и за все. Единими усты, единим сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Мир всем, и да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим.
Чего? Я подойду. Помолимся. Господи, помилуй. Священники, освященники, чистый народ. Господи, помилуй. Яко на человека любит Бог наш, приемь Ему святый, и пренебесный мысль служебник, во нем глухание духовного, вознеспослед на божественную благодать и дарственного духа помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Гнев всего совершенно свято, мирно и безгрешно, у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира милами, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончати, у Господа просим. Христианская кончина живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа нас рождем, сонящий слове просим. Соединение веры и причастие святого Духа и спасивше сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу передадим. Исподоби нас, Владыка, содерзновением неосужденно, смейте призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас по искушение, но избави нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Господи, пи, преклоните. Себе, Господи. Благодатью и щедротами человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Святая, святый, Агнец Божий, не разделяет, но не разделяет, всегда и славный, и не издевает, причащающийся. Наше спасение приму, и имя Господне призову.
ослабь и отстави, прости прегрешения мои вольные и невольные, в слове и в деле, я же ведень и неведень, я же вони, я же влащи, я же умею.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами вспоминаем Сретение Господне. Об этих событиях нам повествует святой евангелист Лука во второй главе. И мы слышали, как Пречистая Дева с праведным Иосифом принесли младенца в храм, как их встретил святой праведный Симеон, и исполнилось древнее пророчество, что он не увидит смерти до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Он взял младенца на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Он сказал замечательные благодарственные пророческие слова, и пророчица Анна славила Бога и говорила о нем всем. Это мы слышали в сегодняшнем Евангелии. Давайте же мы с вами попытаемся заглянуть вглубь этих событий, за их внешнюю сторону. Попытаемся понять некоторые смыслы того, что тогда произошло. И в связи с этим хотелось бы сказать о двух вещах. Первое. Встречается Бог и человек. Происходит абсолютно невозможное событие, удивительное и абсолютно непостижимое. Вдумаемся. Наше богословие утверждает, что человек только своими усилиями познать Бога не может. И вот этот непостижимый и недостижимый Бог является в виде слабого младенца. Почему это происходит? Ведь он является сюда сам, никто его не заставляет. Бог не должен человеку ничему. Почему он приходит? Потому что любит человека. Любит человека и создал нас для того, чтобы мы смогли войти в эту непостижимую и неописуемую любовь. Чтобы мы смогли войти в вечную жизнь, радость и блаженство Божие. Человек создан по образу и подобию Божию. То есть мы созданы так, что способны оказаться невыразимо близко с самим Богом. И Господь не оставляет нас на протяжении нашей жизни. Он поддерживает нас своим движением воли, своей любовью. Он поддерживает нас на всех путях наших. Можно сказать, что человек – это огустевшая любовь Божия. И эта любовь проявляется в нашей истории. Смотрите, Бог не отворачивается от человека никогда. Он не отворачивается от него даже тогда, когда человек совершил грехопадение, то есть отказался от верности Богу и как бы отказался от него. Он посылает своих ангелов, он говорит через пророков, он приходит сюда сам в виде таком, в котором мы его можем узреть. Зачем? Затем, чтобы человек смог спастись. Афанасий Великий говорил о том, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Бог любит нас, каждого из нас, и Он ждет ответной любви. Он ждет любви к себе и к другому человеку, потому что заповедь любви двуедина. И поэтому, если мы с вами не научимся любить ближнего своего, того, который рядом, какой бы он ни был, мы никогда не научимся по-настоящему любить Бога. Поэтому давайте будем учиться любить. И будем помнить о том, что любовь не есть только лишь некоторое эмоциональное состояние. Любовь – это категория деятельная, потому что она выражается во вполне определенных действиях, в каких именно указывает нам Священное Писание. «Кто любит меня, тот заповеди моя соблюдет», говорит Спаситель. То есть, если мы хотим начинать проявлять свою любовь к Богу и хотим, чтобы эта любовь вкоренилась в нас, нам нужно в своей жизни стремиться исполнять заповеди Божии. Нам нужно стремиться жить так, чтобы именно стремление быть с любящим нас Богом было главной действующей, движущей силой в нашей жизни. И тогда вот эта всеобъемлющая радостная любовь будет вести нас. Любовь к человеку
на каком-то начальном уровне заключается в том, что мы стараемся помочь ближнему своему стать лучше. Лучше как человеку и лучше как христианину. При этом, опять же, обратим внимание на то, что любовь – это чувство не собственническое, это мое и никому не отдам. Любовь – это чувство жертвенное. То есть, если человек, ты, я, мы, любит кого-то другого, то тогда он постарается жить так, чтобы ему, этому человеку, было лучше, чтобы этот человек был счастлив и близок к Богу. Настоящая любовь к человеку есть постоянная, радостная, творческая самоотдача. И сам Спаситель говорит о том, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. И второе, что мне хотелось сказать. Мы с вами слышали сегодня, как Пречистая Дева принесла на руках крошечного младенца в храм, и праведный Симеон узрел в нем Бога и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое». Что происходит? Встречаются два мира. Мир горний, небесный, и мир земной, человеческий. И человечество в лице праведного Симеона принимает мир горний. Оно узнает и принимает Бога с радостью, благодарностью и смирением. И вот этот момент увидеть Бога и принять Его очень труден и важен для каждого из нас и для нашей истории. Посмотрите, пришел в этот мир Бог, и многие люди приняли Его с радостью и последовали за Ним. Но многие другие люди не приняли Его, отказались от Него и даже возненавидели Его до такой степени, что убили. Праведный Симеон говорил про это: «Се лежит сей на падение и на восстание многих и в предмет пререканий». Что же происходит? Бог, абсолютное добро, истина и смысл, приходит в этот мир и соприкасается с миром человеческим. Встречаются два мира. Мир Божий соприкасается с миром души человеческой, соприкасается с нашими помышлениями, с нашими чувствами, с нашими ожиданиями, с нашей личностью. И вот эта встреча человека с Богом является поворотным моментом в жизни каждого человека, потому что это точка, в которой человек самоопределяется в отношениях с Богом, следовать за Ним или противиться Ему, выполнять Его заповеди или сопротивляться им. И вот этот вопрос каждый человек решает сам, свободно, и зачастую решает его по-разному. Поэтому некоторые из древних иудеев стали учениками и апостолами Спасителя, а некоторые другие превратились в ревностных гонителей как самого Бога, так и его последователей. Но, дорогие братья и сестры, вот этот момент встречи с Богом и самоопределения в отношении к Нему относится к каждому из нас. Мы с вами когда-то с Ним встретились. Мы услышали Его призывный, любящий зов. И теперь только от нас зависит, как мы отнесемся к Нему и какое место в своей жизни мы дадим Ему. И здесь нам с вами нужно быть очень внимательными, потому что очень незаметно и как бы естественно вот то место, которое в нашей душе должен быть занимать Бог, и которое мы хотим Ему отдать, может быть занято излишней суетой, чрезмерным общением, неправильными и чрезмерными увлечениями. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте мы будем учиться со вниманием, благоговением и благодарностью воспринимать тот дар, о котором благовествует нам сегодняшнее Евангелие. Бог дарует нам Себя, свою заботу и любовь. Он хочет быть вместе с нами. Он дарует нам Себя самого. Давайте же мы
будем воспринимать этот дар, впускать его в себя, позволять ему действовать в нас и изменять свою жизнь таким образом, чтобы мы могли своей жизнью и своей любовью навсегда соединиться с любящим нас Богом. Аминь. Яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир, грешные спасти от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сия и самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения мои, вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститесь и причистых Твоих таинств, во оставлении грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастника и причастницу меня прими. Небо врагом Твоим тайну повем, и лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд, или во осуждении будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Пречистого тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащай.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да исполнится уста наша, хваление Твоего, Господи, яко напоим славу Твою, яко славы сию причаститеся, святый Твой, божественный, бессмертный и животворящим Твоим. Небесных и животворящих страшных и словах Твоих, достойно благодарим Господа. Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твои благодати. Ведь не совершен свят, не извлечен, спасившись с вами, семейный друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты есть и освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. С миром изыди. Благословящий Тебя, Господи, священно Тебя уповающее, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей сохрани, освети любящие благолепие Думя Твоего, Ты тех воспрослави божественно Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир мирови Твоему дару и Церквам Твоим священникам воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всякий дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословение Господне на вас, таку благодать и человека любим всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Их праведного Симеона носитесь и изволивай. Нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш. Молитвами пречистой своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустого и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. И
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня двунадесятый праздник Сретения. Сретение Господа и Спасителя, Его Пречистой Матери в Иерусалимском храме. Соприкосновение Бога, человека, младенца Иисуса с духовной жизнью Его народа, видимым образом, с религиозной жизнью, прикосновение к святыне, которая была в центре действительно духовной жизни Его народа. Это как бы первый шаг Спасителя в деле Его проповеди. Он еще младенец, он не может проповедовать. Но не случайно встретивший Его старец Симеон пророчествует, что сей, то есть он, младенец, лежит на падение и на восстание многих и в предмет прекликания. Вот какие удивительные слова. Входит в храм Божий чистый, светлый, безгрешный младенец. И в сопровождении его матери, и мать слышит эти непонятные и даже страшные слова, что этот будет и на падение, и на восстание многих, и в предмет пререкания. Может быть, в полной мере Пресвятая Дева в то время еще и не могла понять, что означает это пророчество, но затем, наверное, в течение всей жизни это пророчество отзывалось в ее сердце, и мыслью она возвращалась к этому пророчеству, потому что стоило только сыну ее выйти на проповедь и учить людей, как он сразу стал предметом пререкания, восстания и падения многих. И вот здесь возникает вопрос, а что же все-таки означает падение? Восстание, ясно, возрождение, новая жизнь, обновление человека. Человек на пути к совершенству. А что означает падение? А падение означает обратный процесс. Отказ человека от самых великих ценностей, от истинной веры, падение в заблуждение, принесение скорби и болезни другим. В каком же смысле можно говорить о том, что для кого-то это пришествие в мир Спасителя было восстанием, ну а для кого же падением? Для очень многих. Падением стал Христос для тех, кто был далек от истинной веры. Падением Он стал для тех, кто лицемерно исполнял предписания закона, а в душе своей был далек от всего того, чему видимым образом поклонялся. Христос стал падением для лицемеров, для фарисеев, для книжников. Да что о них говорить? Он является падением для очень многих, в том числе и для многих из нас. Когда не можем исполнять божественную заповедь, знаем ее, а не исполняем. Если знаем, исполняем, то восстание, возрождение, совершенство. А если знаем и не исполняем, то, конечно, падение. Вот эти удивительные слова старца Симеона, они, конечно, в первую очередь, как уже сказано было, сопровождали всю жизнь младенца Иисуса, а затем Господа и Спасителя нашего, вошедшего в силу возраста и вставшего на путь служения и спасения людям. Но его же слова разделяли людей. Не все же устремлялись за ним. Да, сотни, может быть, тысячи людей шли в Галилею, чтобы услышать Его Слово. Многие становились учениками, а затем и мучениками, отдавшего им жизнь за Спасителя своего, за Его Слово. Но ведь были и те, кто отверг все эти божественные слова.
были и те, кто стал гонителем и хулителем и разрушителем всего того, что Спаситель принес людям. В каком-то смысле то, что сегодня слышали мы в Евангелии, те слова праведного Симеона, они-то отображаются в иконографии русского православного креста. Вот эта нижняя перекладина, которая устремляется правой стороной к небу, а левой к низу. Крест как мерило истины, как мерило правды. Через крест, через Слово Божие, через Спасителя, пришедшего в мир. Его учение для кого-то стало восстанием, а для кого-то падением. И это... История продолжается до сегодняшнего дня. Одни, соприкасаясь с христианством, отвергают его, не видят в нем ничего ценного, не видят самого главного. То, что именно Христос вручает человеку ключи от его счастья. Не видят этого, потому что не понимают и не чувствуют, не сопереживают всему тому, что совершил Христос. И вдали, и умом, и сердцем от его проповеди не почерпают ничего для себя полезного, а иногда даже и не знают о самой проповеди Спасителя. А многие знают и не принимают ее. Вот здесь-то и есть падение. Не было бы проповеди, на нет и суда нет. Нету слова божественного, обращенного к людям. Но какой же спрос с них? А здесь ведь слово, обоюдоострое, как меч, разделяющего человека по слову апостола, которое никого не может оставить безразличным, ты либо по одну, либо по другую сторону. Вот это великая миссия Спасителя, которая действительно стала для кого-то восстанием, а для кого-то падением. Без этой миссии и не было бы у людей подлинного понимания того, что есть добро и зло, и что нужно делать для того, чтобы всегда быть на стороне добра. Что нужно делать, чтобы уподобиться этой нижней перекладине креста и устремиться к небу, а не к земле. Сегодняшний праздник, сегодняшнее воспоминание – о евангельском событии открывает перед нами великую божественную истину. И вот эту истину мы должны воспринять. Мы должны быть с Богоматерью, с праведным Симеоном, но никак не с теми лицемерами, фарисеями, саддукеями и прочими, которые, как бы стремясь к спасению, не увидели и не поняли самого главного, что спасение уже принесено людям. Через облик, спасительный лик Господа Иисуса, пришедшего из Назарета Галилейского. Он принес нам спасение. Он дарует нам силы в понимании, где верх, а где низ, где добро, а где зло. Он вооружил нас своим учением, и что самое главное, Он дарует нам свою помощь, свою благодать к тому, чтобы мы имели силу и возможность устремляться вверх, там, где правда божественная, которая в этой жизни дарует человеку подлинное счастье, и который открывает перед каждым человеком двери вечности в божественном царстве Господа и Спасителя нашего. Вот этим великим истинам мы научены через сегодняшний день. И да поможет нам Господь, да укрепит Он наши силы, чтобы мы всегда были на стороне добра и правды, чтобы мы чурались зла и лжи, чтобы для нас был только один путь, тот, который ведет к небу, но ни в коем случае не тот, который упирается в землю,
а после кончины в преисподнюю ада. И верим, что Господь даже по малой нашей вере и по малой нашей добродетели, только при условии, что мы желаем быть с Ним и готовы идти по указанному им пути, уже заодно это будет вместе с нами. А дальше, восходя от силы к силе, мы почувствуем, что означает благодать Божия, немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Почувствуем радость победы над грехом и почувствуем божественное присутствие в своей жизни. Покров Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, Матери Господа и Спасителя нашего, молитвами праведного Симеона, да пребывает над всеми нами. Аминь. С праздником поздравляю вас. Прошу огласить патриаршие указы. Указом святейшего патриарха Московского и Всеруси Кирилла во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения Преосвященный Матфей, епископ Суржский, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени. Аксиос! Владыка трудится в Великобритании, несет очень ответственное послушание, собирает паству, а с недавних пор еще по обстоятельствам, связанным с ограничениями, которые, к сожалению, испытывают на себе представители духовенства Русской Православной Церкви за рубежом и не имеют иногда возможности посещать какие-то страны, он также несет попечение и о нашей пастве в Соединенных Штатах. Дай тебе Бог сил, крепости, твердости в вере, в любви к Отечеству, с тем, чтобы Слово Твое было мудрым и одновременно исполнено духовной силой. Спаси, Господи.